Бабчики, бабчики. Ой-ой-ой. Да. Торпеды сейчас. Торпеды. По пушкарям стреляйте, еще раз вам говорю. Жирка, пошли ворвемся. Боже, ты молодец. Ребята, это не значит, что надо мой галеон таранить. Прости, брат. Я перепиздил их пушкарей, блядь. Да там с пушек поумирала большая часть. Да, как хозяин выстрел подвинул. О, пошли. Ширка, как подождите, не прыгайте, сейчас я подплыву ближе. Контрабас живи. Ребята, я покидаю. Говорю. Вон там катер еще, торпеды. Торпеды. Школьника хил. Все, поздно, забей. Трапы. Давай за мной. Почему трапы опять опущены? Начну видосы снимать, чтобы смотреть, кто трапы за собой не опускает. Че не поднимает. Я видел кто. Ты понял кто ты? Сейчас торпеды. Давай, давай, шкалец. Братик. Прыгаем, прыгаем, прыгаем туда, прыгаем. Это определенно крест. Это черт в ре. Добиваем то, что в воде с пушечек их расстреливаете тоже. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ой, какая красота. 15-0. Черт в ре. Сокрушение. 15-0. Просто. Пушки хуй кто теперь сдвинет. А, ребят, у нас проблема. We'll be right back.
давай можешь. Галеон запустим в этих, такого, в тейках. Давай так и сделаем. Слышишь? Сейчас я плыву на Галеон. У нас готовая петарда, просто нахуй. Давай так и сделаем. Это охуенная тема. Надо пошли. Один человек должен стоять я, за рулем, алё. Я на Галеоне буду. Резать. Мордос, и это должен быть не ты. Это должен быть я. Мне не жалко, нахуй. Уехал, чтобы могли поднять. Но он все равно не поднимается. Так, один человек. Один человек из пятой пачки садится за руль этого Галеона. Все остальные на катере на Галеон. Да, пятая пачка смертников. Го, отряд самоубийц, нахуй. Я сказал, один человек садится за руль этого Галеона. Все остальные там не нужны. Давайте меня, все равно я всегда выпрыгиваю, я сливаюсь. Ну вот хорошо, ты. Остальные вернулись на корабль. Вы должны быть живые, а я поехал в центр. Давай. Учитывая, как я вожу, когда ЦПДО, он думает, что мы раньше взорвемся. А что вы там делаете еще у него на Галеоне? Вы хотите послужить живым? Хидом, да. В это, что она там, третьей эпохи, ебануться бы взорваться. Да надо заливать этот Галеон. Вы только не снимайте с Галеона, пацаны, стреляйте, если убийцы. Ладно, я попробую. Печенька, бенебана, хохол, что вы там делаете? Смертники. Один раз вы... Нет, стоп, не стрелять по Галеону. Да он и так просил. Не вздумайте нахуй. Не надо, куда ты стреляешь? Оу, мать. Все, этого хватит. Да даже слишком много, я вам скажу. Самое рулем до ЦПДО, он советует всем спрыгнуть. Джедай, лучше тоже уходи. Кто ненавидит там кого-нибудь? Да нет, блядь! Катером ломаете, тараньте. Плыви давай на центр, что у нас на радаре, кстати? Чисто. Вы что, охуели, блядь? Можно я стрельну с пушки? Нет. Пожалуйста. Ну, знаешь, вообще у нас там на корабле куча довнов сидят, которые до сих пор не услышали, что они должны вернуться на другой на корабль. Уйдите все, я хочу пойти, сука, сокрушение, заберите хохла, блядь. Так, тихо, не стреляй по Галеону. Сука, я сейчас въеду в нас. Так, надо в прокрустину врезаться. Тихо, Брандер едет в прокрустину. Госпожа, иди играй мне песенку, заебал, я не хочу умирать. Брандер едет в прокрустину. Ширка, это ты, то есть? Куда едут, блядь? Прокрустина, видишь на метке? Да, сворачивай. Чисто то, что третий раз Галеоном управляет, так что это будет забавно. Там за ним Альянс плывет. Ну вот, вот тут, короче. Ну, прокрустина. Левый борт стреляем. Перехватывай его прямо, перехватывай. Прямо навстречу, да, плыви прямо, врезайся. Ой, вижу их, блядь, пытаюсь. Он взорвет тебя раньше, чем ты доплывешь. Он взорвет тебя раньше. Не надо. Тихо. Да похуй, блядь! Альянс подплывает вот здесь. Красавчики. Не отображало, чтобы не стреляли. Хохол, хохол, скажи мне, пожалуйста, ты очень умный? А я в сверхразум. Почему тебе 10 раз сказали слезть с Галеона, который взорвется, и ты остался на нем? А чё 20 тысяч меня зашло? Чё за хуйня? Астма плывёт к нам. Вернуться не смог? Уклон, походу, не сработал. 23-900.
Успеют, не успеют вырубить. Там Дарин далеко. Дарин, вы можете берете его, алло? Прыгаем на абордаж. Блин. Кто пустил торпеды, признавайтесь, без команды? Вы слышали команду пускать торпеды? Короче, перепутал. На абордаж прыгнули, якорь киньте у них, якорь у них киньте, все отлично. Прыгаем на абордаж, 4 пушкаря стоят и стреляют, все остальные уже на галеоне. Еще раз якорь кинуть. А я опять торпеды. Якорь кинуть у него, 4 пушкаря стоят, расстреливают их галеон, все остальные уже должны быть на абордаже. Отрыбал. Якорь кинуть. Сзади, альянс пиздит меня. Якорь еще раз. Все, стоит якорь. Мне кажется, пора делать тактический разворот, господа. Пушкари, заливайте по галеону. Ебать! Кто там сзади? Понятно, к моему галеону. К моему галеону. Все. Все к моему галеону. Слышите, все отходим к галеону, я слышу. Отходим все. С пушек заливают пушкари, все остальные отходят. Вы слышите еще раз? Вы отходите. Это не значит, что надо встать и втыкать в них. Стреляем левый борт с пушек по ним. Помогайте, помогайте артобстрелом здесь. Это не значит, что надо от них чисто бежать, но и не значит, что надо, блин, стоять на месте и втыкать. Почему у нас рейд разделился на две такие нехилые пачки? Добейте уже двух коров и поплыли помогать нашим. Блядь, правее, возьми альянс, нахуй отдыхает. На галеон вернитесь все, кто рядом со мной сейчас. Правее возьми, под пушки выстави, в воде рейд, крах. Все, вижу. На галеон все грузитесь и стреляйте левый борт. Дюк, возлюка, спасибо. Все, все на галеоне, никто сейчас не прыгает с галеона, никто сейчас не прыгает. Мы плывем к нашим. Все нормально, мы и отпиздили всех. Ну вот у нас тут еще много народа. Кто опять выпал? А да, почему опять куча народу в воде? Все, готовы, смертники, блядь? Я прожимаю. Отрезайте вазелины. Левый борт заливаем туда в воду. Левый борт заливаем, они идут к нам. Пошел рез. Здесь вы уже готовы принимать их. Блядь, Ордос, я 117 метров от тебя. Их там под водой, ушел. Их под водой, ебать, нас обстреливают. Вы готовы все разом туда прыгать? Вот, разом. Прыгайте, прыгаем все под воду. Прыгаем все под воду сейчас. Наши уже дерутся. Они там Ордос уже пиздят. Пушкари тоже прыгаем. Все, я слезаю с руля, я Ордоса дефайте, Ордоса дефайте. С тебя уже сняли все таргеты. Тупо блять, хили. Спасибо за клинс и спасибо. Ну мог бы меня в камень поставить, я бы тебя поставил, мы бы сидели в камне, блять, криво дебил. Жопу еще. Но это лучший вариант, чем умирать просто так. Я тебя просто уже камень поставал, ты сидел не у язи, блять, вместо того, чтобы мне что-то делать. Так кого резнуть? Меня резнуть. Меня нужно резнуть, но я, блять, пиздец. Я перед ебалом стою, Ордос. Посмотри меня в камень. Нет, я перед ебалом в рейде. Так. Вижу вазелина. Ордос, он просто уплыл от меня. Алиджан, брат, не гони меня, 80 метров. Забей на рейд, Алиджан. Питер, да, у него ясный хуй. Порезу. Сейчас вернемся и потом Олежка вдвоем разъебем. Кто говорил, уговорил. Все, всех убили вроде бы. Да, все. Отрезаю наших, возвращаюсь. Авени не вижу, ахов, блядь. Ох. Под водой ноги. Да меня, блядь, альянсы словили вообще там ебеня, блядь, просто.
Сейчас будем огребать по жесткому, по черному просто. Готовь торпеды. Давай, сейчас. Пустил торпеды. Прыгаем на абордаж сразу, забираем галеон. Посмотри, они вообще не просели с торпед, они все прожали сразу. На абордаж прыгнули. Положил, короче, им этот самый. Убиваем, убиваем их, ребят, давайте, красавчики. Сокрушение отходит. Можете левый борт занять. Ага, блин, все сломано. С той стороны нашего галика небольшая кучка осталась. Ребят, на галеон к ним залезьте, к ним. Они с пушек вас расстреливают, залезьте к ним на галеон. Тактика есть ли трешок на нем вообще? У меня якорь на корабле, поднимите, пожалуйста. Осторожно, там альянсы подходят. Кажется, фрегат движется к нам. Я не могу посмотреть, я труп. Ты знаешь, что делать, очень. Ребят, сейчас будет очень плохо. Нужно возвращаться на мой галеон. Давай на галеон ждать. Возвращайтесь на мой галеон, или нас сейчас всех перебьют. Все, я уже ухожу. Ребят, на галеон, быстро, быстро, быстро. Они сейчас разобьют галеон, вы все... Погибнете. Погибнете. Заберу с нами всех. Сразу вставайте, сразу вставайте. Черенок. На катера и ко мне. Я круто вихрем забрал хрилев. Прыгнули, убили там. Шкалец, какого хуя ты плаваешь сам? В воде не деремся, в воде не деремся. На галик про крустину залезли. Еще раз сказать. Залезли на галик, якорь бросьте там. Же. Они меня подпирают, не дают подплыть. На галик про крустина залезаем. Тамбов. Убиваем его. Убиваем тут всех. Так, радар, вернись, пожалуйста. Ты мне нужен срочно. Иду. Через минуту починят. На самом деле, мне кажется, не надо давать их починить. То, что кажется. Потому что он вы все выкопают и никому не дадут скрафтить. Ждай на твоем галике. Пушки на прокрустине заняли, убили кристалл. А, пропапам. Короб ловут. Мерили там же стоит. Веник, сука! Все. Будем кристалл разбивать? Кристалл убить. Пушки на прокрустине заняли, убили кристалл. На моем галеоне заняли, убили кристалл. Быстро, быстро, быстро. Нельзя давать им кастовать наоборот, ни в коем случае. И вам плывут. Ну давайте, давайте, давайте. Все, кто-то пропал. Они отменили каст, отменили каст. К нам лезут. К нам лезут, убейте тут двух бичей. Сзади заплывают на катере, доплывают. Скидываю с катера всех. Они успели, я не доплыл до вас. Интересно. Мне пропусти. Интересно, что охуенный. Ворвусь, блядь, разбью, ебало этому пидору, блядь. Давай, пошел. Что ты там, видите, блядь, пьяного гомосека, блядь? Иди, все, пошел. У меня 60 секунд там, блядь, не выпускали очень жестко. Возвращаемся на галеон, как только их всех распиживаем и расстреливаем тут все. Я пока встану. Левый борт заняли, убили. Так, господи, на радаре что творится, ё-моё. Убили галеон сначала в Ваське, левый борт. Что там на прокрустине? Там так, наш бегает. К нам какие-то ГЦшки плывут на катерах. На прокрустине Васька, залили Ваську. Васька на своем галеоне, залили его. Мидшейкер на левый центре. Борт, стреляем. Мирильды стреляем на центре. Все по Ваське. Еще Шадикус раз сказать. Тоже. Все Васька. В галеон Васьки. Здесь стреляем. Васька, блядь. Заштурвал. Меня резнули, у меня 20 секунд, ребята, отбой. Кахол, якорь бросил его, пожалуйста. Ебать. Сейчас я через 17 секунд встал. Капитан покинул корабль. Зрин, давай, Васька. Видите это стекло.
Что, он в инвиз ушел? Нихуя себе, слишком угнал. Сейчас выйдет. Он уже вон. Правый борт расстреливаем, галеоны. Тамбов расстреливаем. Тамбов расстреливаем, ребята. Бля, пацаны, я не хочу пятую расходку полить, не гоните. Сейчас уйдем, все, расстреливаем галеоны и уходим все. Опять куча катеров плывет. Типа только уже винтроза. Уходим победителями отсюда, все равно нихуя не закастуем. Мидшейкер на центре, а, Шадику типа, тоже. На хватит, офигенно, подрались. Тоже. За все око бури так и не потеряли бафы, представляете, можно книгу рекордов записывать. Слушай, надо походу галик на центр отнести и пусть лом... ну, пускай сломается. Нельзя, нельзя, я это запишу. Я так и будет записано, типа вот сегодня... А там на кристалле ГЦшки вон выгружаются. Да пускай выгружаются. Пошли, этот, с пушек как порастреливать. Сейчас, сейчас. Давай. Разворачиваю. Да, они все вот на катерах приплыли на этот... кристалл. Еще 5 минут. Так, я ребаф пока сделаю этого бафа. Я настолько как лев. Левый борт занимаем крупнокалиберки и крупнокалиберками расстреливаем. Расстреливаем их с левого борта. Расстреливаем их с левого борта. Дебилы. Это какой-то не икерт. Сука, некит причем. Можете по кристаллу заливать, кстати. По кристаллу залейте с пушек, да. ГМСы, которые были под галом. Наемник, как дела? Ого, бля. Он слишком крут для меня. Ой, тут много народу. Жука убили, алё. С правой стороны. Сбоку заходим. Заливайте по людям воду с пушек и с... не с пушек, вообще со всего заливайте. Не заходить собираются с топордажа. Не прыгайте туда, там ширку убивают, сзади прокрустим. Они заходят на галеон со спины, алё, бля, сейчас будет... Заспать. Сразу батл резайте. Сидим на галеоне и бьем их с галеона. Вот этот пидор заебал меня прокрустин брать нахуй в таргет, убить. Левый борт, куча народу в воде, расстреливайте их. Чё, меня пиздят, блядь, у меня не банок. А ты чё в воде делаешь? Да у меня ничего нету просто. Какой ты просто взял, прыгнул в воду и стоял, бил наемника в неуязи, блин. Потом ты говоришь, что тебя убивают. Потом я ещё, блядь, целителя бил, потом ещё. Так не то, что меня убивают, блядь, меня никто не убивает, блядь. Просто у меня ничего тупо нету, блядь. Я ни зеленые банки, ни красные банки, ни, ни единого бафа, вообще ничего нету. Опять сзади заходит. Дикс Каида бьет, Дикс бьет из этого. Убейте его, кто-нибудь, не ёбните. Спуститься, ёбные 4 бомжа. Вот просто поебалу ему просто. Прыгните сюда вниз. Кто-нибудь. Можно батл рез? Вот, я уже доволен. За кормой Кейтлин, убейте целителя наконец. Ну, догоните петушка. А у меня хули батл рез 120 секунд до батл реза. Как ты заебал умирать?